Представим ситуацию. Семья покупает новую машину. А теперь сделаем ситуацию еще более реалистичной и представим, что один из членов семьи хочет заряженную машину. Налицо назревает серьезный конфликт. Но верите вы или нет, выход есть. И сегодня мы представляем его вашему вниманию. Эта машина одинаково хорошо способна утром отвезти вас на работу, а вечером пожечь два передних колеса на гоночном треке. Звучит нереально? Я тоже так думал, пока не сел за руль. Итак, представляем вашему вниманию Volkswagen Jetta GLI. И давайте же разберемся, как инженерам Volkswagen удалось вместить потенциал гоночного автомобиля в семейный седан. Спорим, ответ кроется под капотом. Турбированные 2 литра, 4 цилиндра, 210 лошадиных сил, 207 ньютон-метр крутящего момента. Но поверьте, она не только круто звучит, но и едет. Итак, отвлечемся от гоночного потенциала Volkswagen Jetta GLI и поговорим о том, что может привлечь вторую половину вашей семьи. Вместительный багажник. А, да, аптечка. Просторный салон. Комфорт, отделка, качество исполнения материалов. Так, об этом и многом другом подробнее в пути. Ну что, поехали! Да, и продолжая разговор о том, что понравится второй половине вашей семьи, я бы хотел отметить экономичность. Да-да, этот автомобиль еще и экономичный. 24 MPG в городе и 32 на трассе. Средний MPG около 27. А теперь, как и обещал, подробнее об отделке салона. И первое, что я хочу отметить, это спортивный руль. Это удобный хват, скошенный низ, что позволяет проходить любые повороты, и наличие подрулевых лепестков. Понижаем передачу. У-ху! Стальные педали, подрулевые лепестки, а самое главное – характер. Что еще мне нравится в GLI – это функциональность рулевого колеса, удобство управления мультимедийной системы и информативность дисплея. И чтобы подытожить все вышеперечисленное, я хочу заметить, обычно в наших тест-драйвах мы не называем цену автомобиля, но здесь я просто не могу удержаться. Ну предположите, за весь этот потенциал гоночного спорткара в комплекте с комфортом семейного седана всего лишь 26 тысяч. Удобство семейного седана, спортивный внешний вид и невероятная динамика. Volkswagen Jetta GLI – ваш выбор. Итак, среднее время прибытия полиции – около 4 минут. Товарищ офицер, вы, наверное, перепутали машину.